Казалось бы, заготовить на зиму соленые огурцы или кабачковую икру – несложный процесс, особенно для опытных хозяек. Но у каждой хозяйки есть хоть одно блюдо, которое получается не идеально или не получается вовсе. А для молодых хозяек вообще ценным сегодня стал каждый совет. Очередное заседание клуба для женщин, которые оказались в трудной жизненной ситуации «Здравствуйте!» сегодня посвящено именно советам при приготовлении заготовок на зиму. Профессиональные советы участникам заседания сегодня давала Надежда Вениаминовна Брылякова, инженер-технолог комбината общественного питания. Я буду рассказывать, как правильно законсервировать овощи, помидоры, огурцы, какие требования предъявляются для консервации, какие условия, что нужно соблюдать, чтобы получилось изделие вкусным и не портилось. Ценные советы профессионала на вес золота. Поэтому участники клуба записывают нужную для себя информацию, обмениваются опытом и рецептами. Не прошло и полчаса с начала заседания, как всех сплотила дегустация уже готовых блюд. Самый лучший рецепт сегодня будет озвучен. А какой инвентарь нужен для приготовления этого блюда, снова подсказывает профессионал. Вот здесь вот нож, он используется для натирания капусты, когда мы будем капусту квасить. Вот этот нож, он вот так держится, здесь ставится таз, и капуста натирается. Улыбаются, общаются и приятно проводят время. Это и есть одна из целей таких заседаний – дать понять, как много интересного и увлекательного бывает в жизни женщины, хранительницы домашнего очага и хозяйки на своей кухне. Цель заседания – это организация культурного досуга женщин, профилактика детского неблагополучия, детской безнадзорности. Приходя к нам на заседание сегодня, я думаю, женщины покажут свои умения, тем самым самоутвердятся. А кто не знает, не имеет каких-то навыков, здесь научатся. Дома будут делать заготовки, которые их заинтересуют, следует у них повысится чувство умения, самоутверждения. Ну и в следующий раз тоже чем-то нас порадуют. Каждый месяц специалисты Центра помощи семье и детям проводят вот такие дружные собрания. И с каждым месяцем количество участников растет. Неудивительно. Гости прошли шутливое тестирование, получили удовольствие от общения, а на память – брошюры с ценными советами для хозяек, где можно узнать, как справиться с ржавчиной, идеально отутюжить стрелки на брюках или отбелить пожелтевшие белые вещи. Все с пользой и ради удовольствия. Отделение по работе с женщинами, оказавшимися в сложной жизненной ситуации, всегда готово дать консультацию специалиста по социальной работе, психолога или юрисконсульта. Екатерина Медведева, Алексей Ионов. Новости нашего города.